Доверие граждан к сотрудникам правопорядка растет. Больше саровчан стали обращаться в полицию с сообщениями о правонарушениях. На территории города снижается количество преступлений, а их раскрываемость увеличивается. В конце 2018, начале 2019 года мы задержали и привлекли к уголовной ответственности ряд лиц, которые делали погоду на территории города. В настоящее время они находятся в местах лишения свободы. Первое. Второе. Более жестко стали подходить ко всем преступлениям. Практически все преступления у нас возбуждаются уголовные дела в дежурные сутки. И с первых минут, когда гражданин обратился, начинается работа по данным преступлениям. Полицейские усилили профилактическую работу. Благодаря этому удалось снизить количество преступлений, совершенных ранее судимыми или несовершеннолетними саровчанами. Меньше стало правонарушений, на которые пошли граждане в состоянии алкогольного опьянения. Имеем положительные тенденции в раскрытии преступлений по линии закона оборот наркотиков. Больше привлечено лиц наркоманов к административной ответственности. Могу сказать, что количество зарегистрированных преступлений на территории и количество раскрытых преступлений, преступность на территории Затусоров в два раза меньше, чем преступность на территории Нижегородской области. Также Андрей Чернышов рассказал о работе по борьбе с распространением снюсов, которые проводит его ведомство. Много несовершеннолетних в Нижегородской области обратились за помощью к медикам после употребления этих препаратов. В том числе один подобный случай произошел в Сарове. С 1 января продажу безтабачной продукции, содержащей никотин, запретили в нашем регионе. Мы установили такие факты и в рамках обыска изъяли все это никотино содержащую продукцию во всех магазинах на территории города Саров. В настоящее время информации, что где-то ее реализуют, нету. Если такая информация есть, мы готовы. Позвоните, мы приедем и все изымем. Также ведется работа по борьбе с уличными хулиганами, которые разрисовывают или портят городское имущество. Периодически полицейские привлекают виновных к ответственности. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.